Всем привет! Сегодня играем в Tour de Port. И детальнее сегодня я покажу вам Икарус 250. Расскажу сначала, что этот Икарус 250 есть в двух экземплярах. Это 250 обычный и 250 интурист, где добавлен микрофон для того, чтобы водитель мог рассказывать экскурсии во время поездки на этом автобусе. В Motor Deport написаны характеристики. Масса 11 тонн, максимальная скорость 120 км в час, мощность 250 литров в секунду, количество мест 45, и можно на нем в этой игре заработать 29 тысяч. Работа перевозки пассажиров по межгороду. Можно также выбрать два цвета. Я в реальности видел красный Икарус, но можно выбрать также и синий Икарус. Но расцветку синюю. Вот тут вот он находится в разделе автобусы. Я зашел в одиночную игру, поэтому не удивляйтесь, живых игроков здесь не будет. Так, тут правда сзади видно, что не квадратное окно, а какое-то немножко изогнутое вверх. Но это мелочи. Вот такой он красный. Я выбрал зиму, потому что зимой прикольнее в этой игре. И как бы тут заснеженные такие колеса. Сейчас я выйду из этого автобуса и детальнее вам все покажу. Вот такой автобус, если выходить снаружи. Хорошо, что можно в Motor Deport это сделать. Так. Икарус 250, еще раз повторяю. Такая огромная у него дверка. Правда, текстуры какие-то такие, как угловые немного, но для мобильной игры это нормально. Тут, кстати, по-моему, Икарус тут написано или что-то. Да, тут вот размазано, потому что, я так понимаю, это фототекстура. Как тут опуститься? Вот. Это фототекстура, наверное, но тут Икарус написано в реальной жизни. Кстати, например, если в Одессе поехать в пещеры, то можно прокатиться на этом Икарусе. Потому что, когда я ездил на экскурсию, то там можно было прокатиться на таком Икарусе 250. Продолжаю. Итак, хотел сказать, что у него зимой в этой игре колеса такие, как в инии. И вообще половину Икаруса в инии. В таком вот. Правда, тут что-то выскакивает у этого Икаруса, какая-то красная. А, это в салоне люк просвечивается, да. Так, дальше. В общем, просто я вам покажу, как он выглядит, и все. Да, и в этой игре не работают стекла заднего вида, поэтому там просто затемнено, просто серым все. Не работают заднего вида стекла. Сейчас я сяду в этот автобус, и вы увидите, какие там сиденья поподробнее. Так, сейчас переключу камеру сюда. Видите, что на улице идет снег. Вот я так сел. Теперь поворачиваю камеру и смотрим. Вот. Дальше я поворачиваю камеру, и я вижу Икарус. И я вижу сиденье Икаруса, как я уже видел. Но жалко, мы пройтись по салону не можем. Вот так он выглядит издалека, если переключить камеру. Вот так вот он выглядит снаружи, если сидеть внутри. И можно поворачивать камеру. Сейчас я его заведу. Выключил как бы зажигание, и сейчас я его заведу. Потому что он был уже заведенный. Вот. Вот так вот этот автобус в заведенном состоянии. Сейчас я помолчу, чтобы вы смогли услышать, как сделан мотор в этой игре. Как звучит мотор в этой игре. Вот.
очень качественный звук мотора. Также сейчас мы отправимся чуть-чуть вот покатаемся в округе. Кстати, я включил одиночную игру, чтобы мне никто не мешал делать обзор на Икарус. Поэтому, если вы хотите, чтобы вам никто не мешал, можете включить одиночную игру. Вот, еще раз повторюсь, вот такой Икарус. Перед тем, как я начну движение, я вам покажу переднюю часть Икаруса и отправлюсь в путь. Так выглядит передняя часть Икаруса, где есть фары и лобовое стекло водителя. Тот же номерной знак, что и сзади. Дворники выглядят идеально в этом автобусе, а вот поручни не очень. Кстати, что еще хотел сказать. Этот автобус разгоняется очень быстро, и на нем можно очень быстро доехать 8 километров в Лаптары. Но так как у меня уже есть серия на этом канале по этому маршруту, то я не буду его еще раз проезжать. Это просто обзор Икаруса. Кстати, на такие подъемы он тоже забирается нормально так.